Официально открывают общественные пространства, которые преобразовали по программе формирования комфортной городской среды. В частности, сквер Фадеева, хотя сегодня сквером его назвать трудно. Это полноценный парк с различными зонами, спортивными, детскими и, конечно же, концертной, праздничной площадкой. Тематика сквера близка Самаре – космос, поэтому и городок назвали лунным. Помимо огромной детской площадки, которая наполнена звонкими голосами, здесь установлены еще и уникальные игровые комплексы, аналогов которым в городе найти сложно. Например, этот, где малыши сами качают воду. Представить себя взрослым и попробовать что-то новое – одна из главных детских мечт. Очень нравится детей не оторвать от площадки. Сыну непосредственно понравились футбольные площадки, мы потому что этим занимаемся. Вообще много площадок, где чем заняться. Вернемся не раз, я думаю. Открытие такого острова приключений – это отличный подарок в День города, считают самарцы. Ура, 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 Самара! Я думаю, что этот замечательный сквер станет новой визитной карточкой города, ну и нашего района. Еще одна знаковая набережная появилась в Самаре, причем в самом сердце. Торжественно открыли Крымскую площадь, на которой воссоздали береговую курортную атмосферу. В городе на Волге даже нашли свое Ай-Петри – величественное здание 6-го кассационного суда позади Ялтинского маяка. В этой части района было, ну скажем так, недоставало такого места, куда люди могли бы приходить, отдыхать, гулять семьями и просто наслаждаться там, природой, погодой. Поэтому очень радостно, что у нас появилось такое пространство. Фонтан нравится. Вечером красиво. Вечером он подсвечивается, фонтан. То есть нам здесь нравится. Мы живем здесь вот рядышком. Так что нам повезло, что нам построили такую замечательную площадь. В реконструкции парка принимали участие сами жители. Они высказывали свои идеи и пожелания, которые учли в дизайн-проекте. И теперь можно смело говорить, что совместными усилиями все получилось. Сквер стал местом притяжения самарцев. Сюда заезжают и молодожены, чтобы сделать самое памятное и дорогое сердцу фото. Прогуливаясь по площади, можно встретить самых разных персонажей. И девушек с тяжелой, но красивой ношей, декорациями знаковых мест Крыма, и севастопольцев из прошлого века, которые прибыли поздравить Самару с днем рождения. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! Ура! Мария Левина, Николай Сидоров. События.